количеством осадков в виде снега в Хасавюрте задействована вся снегоуборочная техника, которая с раннего утра очищает главные улицы города, дабы предотвратить несчастные случаи и обезопасить пешеходов. На оживленных участках дорог работает машина-пескосбрасыватель, тем самым помогая автомобилистам не скользя ездить по трассе. Уже на протяжении 3 дней работы ведутся бесперебойно, начиная с 4 утра. Идрис Джансуев, заместитель директора муниципального унитарного предприятия «ХАС Благоустройство», рассказал, на каком этапе находятся работы и о сроках их завершения. Задействовано 2 грейдера, КАМАЗ пескоразбрасывал и погрузчик 4 единицы. Убрали Гродзенскую улицу, убрали Алиева, Шорса, Заводской. Вы видели, как еще Пролетарский убирали. Батормозаи улица. И инженерный, подряд весь город идет работа. В прошлом году 1 единица была, сейчас в этом году 3 единицы. Ребята работают 4 часов на ногах. Сколько мы сможем, уберем сегодня. Полностью сегодня завершим улицы. Но она еще сверху идет, это завтра утром еще опять 4 часа выйдем. С убедительной просьбой Идрис Джансуев обратился к водителям транспортных средств не оставлять автомобиль на проезжей части, поскольку это затрудняет работу спецтехники. По сравнению с предыдущими годами, рабочая спецтехника увеличилась несколько раз. 3 машины охватывают все улицы Хасавюрта. Территория очищается по нескольку раз за день до позднего вечера для удобного передвижения автомобилей и безопасности пешеходов. Пурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов.